Вітаю, шановні глядачі, в ефірі «Гаряча лінія». І я, Катерина Лисюк. Сьогодні в нас в гостях журналіст, громадський діяч, Офіс розвитку Миколаївщини Олександр Запорожець. Вітаю вас в студії. Перше питання моє. Розкажіть, будь ласка, взагалі, що таке Офіс розвитку Миколаївщини? Здравствуйте. Офіс розвитку Миколаївщини, я буду говорити Офіс розвитку Миколаївщини, извините, так немножко удобнее просто мені. Это советовательный орган при областной государственной администрации. Он был создан в марте прошлого года. Его единственная цель была сплотить активную общественность Николаева и области, которая горит желанием менять Николаев и всю область к лучшему, у которой есть свои проекты, свои наработки, которые они, к сожалению, не могут реализовать в связи с браком связи с чиновниками в кабинетах. Ну, как обычно бывает, есть человек хочет что-то сделать, у него есть проект, может быть, даже расписанный на бумаге или пока только в мыслях, но он не знает, к кому с ним пойти. Он не знает, как его реализовать, в какие кабинеты стучаться. А если даже знает, то зачастую в этих кабинетах люди работают на настолько мизерную зарплату, что не готовы помогать в реализации этих проектов. Вот. Ну и тогда было решено в прошлом году, в начале года, создать такой себе советовательный орган. Мы провели активную рекламу в Фейсбуке, в интернете и начали работать. Были созданы рабочие группы по нескольким перспективным направлениям, среди которых был туризм, среди которых было развитие прозрачности власти, улучшение транспортной инфраструктуры, ну и еще масса других проектов. Я сейчас не буду зацикливаться на этом. И мы в рамках этого проекта уже за несколько первых месяцев начали активную работу с многими общественниками города Николаева. Наиболее активно мы работаем с общественной организацией «Оберег». Это волонтеры, девочки замечательные, Оля Малярчук и Нелли Яровенко, которые очень много делают для помощи нашим военнослужащим. Они очень много помогают детям погибших военнослужащих. Недавно было прощание с бойцом 28-й бригады Александром Поповым. Вот они бегали, занимались организацией похорон. Также стараемся взаимодействовать с другими общественниками, допустим, Денис Барашковский, волонтерский пункт «Автовокзал». У него множество идей. Это человек, который просто дышит креативом. И мы тоже стараемся, если у нас есть какие-то идеи, мы на этом не зацикливаемся. Он всегда очень классно со всем всегда сам справляется. Но мы стараемся друг другу помогать. Если у нас есть какие-то идеи, он подключается. Если у него есть какие-то идеи, подключаемся мы. А потом, с кем еще мы активно работаем? Сейчас по архитектурной доступности идет процесс. У нас есть специалисты из Киева, Алексей Краснощеков, который собаку съел на вопросах протезирования. И вот он сейчас занимается вопросами архитектурной доступности здесь. В том числе с Натальей Кучеренко, которая также продвигает вопрос инклюзивной площадки спортивной в Лесках, насколько я знаю. Плюс все вот эти пандусы, проверка, которые делаются на Адмиральской. Вот недавно появились новые спуски с бордюров, плиткой выложили. То есть они все это проверяют, общаются с чиновниками из области, с чиновниками из города, смотрят, как это все можно реализовать. Ну, плюс развлекательные проекты мы какие-то, ну, я бы сказал, нет, не развлекательные, скорее социально важные проекты, ну, с долей развлекательного характера. Допустим, мы таким образом отмечали День Вооруженных Сил Украины. Мы организовывали концерт на главной площади на Соборной 14 октября 2016 года. Тоже выставки, ярмарки. При огромной поддержке и даже при инициативе девочек из общественной организации «Оберег». У нас получилось с размахом отметить День волонтера. 5-6 декабря, День вооруженных...
День защитника Украины 14 октября и День вооруженных сил Украины 6 и День волонтера 5-6 декабря мы отмечали вместе, сделали праздник такой большой, это было в Дворце судостроителей. Тобто таке масштабне свято для всіх. Да. Помимо этого у нас проекты, которые вот, мы тоже начали в прошлом году, это проект «Деревья памяти» вместе со всеукраинским, со всеукраинской организацией «Справа». Они по всей Украине этим занимаются с 2014 года. До речі, як взагалі виникла ідея цього проекту, якщо ви знаєте? І як зв'язувалося зі своїми партнерами, щоб реалізувати це в Миколаєві? Насчет того, как вообще родилась эта идея, началась война, стали гибнуть наши соотечественники. Смерть – это плохо, деревья – это жизнь, деревья – это память. И тогда появилась идея, в каждом городе, есть в каждом городе, в каждом населенном пункте Украины есть погибшие ребята, которые воевали за нашу независимость и воюют до сих пор за нашу независимость. И есть среди них те, кто погибли, и каждый город должен помнить этих людей, они герои, и чтобы как-то почтить их память, чтобы она оставалась навсегда, чтобы она не забывалась, было решено открывать аллеи памяти во всех городах. Аллеи памяти – это деревья, на которых висят жетоны с информацией о погибших бойцах. Вот. И в прошлом году мы начали реализовывать эту идею в Николаеве. Мы посадили 10 деревьев памяти, 10 жетонов. Сейчас вот планировали в мае высадить еще деревья, но там в связи с погодными условиями, с тем, что саженцы пересыхают, там ранняя весна, мы немножко перенесли этот процесс. Вот. Ну и очень активно стараемся заниматься туристическим направлением. Может, слышали, в последнее время очень громко шумит в соцсетях, в интернете, на николаевских сайтах, даже выходит за пределы Николаева, выходит на центральные сайты информация про так называемый Кинбурн-кемп. Взагалі, що це таке? Кинбурн-кемп – это туристический лагерь на Кинбурнской косе, эко-лагерь. Это проект молодого человека Евгения Лютера, он им занимается уже 4 года, начинал он его на полном энтузиазме, сначала вроде бы хотел, насколько я знаю, в Парке Победы сделать такой небольшой лагерь, но так как Парк Победы, там очень массовое скопление людей, там было тяжело следить за мусором, за всем, то есть даже если они убирали, кто-то другой приходил, мусорил, ну в общем, и он решил уйти туда, где людей меньше. И так появилась идея создать лагерь на Кинбурне. Он существует уже 4 года. Там собираются художники, писатели, поэты, спортсмены, йоги со всей Украины. И даже люди, которые приезжают специально в Украину из других стран, чтобы отдохнуть там. А много таких людей? Самые из-за кордона, которые приезжают до нас? Ой, ну смотрите, я скажу по-другому. Я познакомился сам с Женей Лютером в прошлом году и впервые побывал на Кинбурн-кемпе. Я там был несколько раз в прошлом году, и каждый раз я там заставал, ну, может быть, во-первых, англоязычную речь, ну, 5-7 человек бывало всегда. Ну, это если в выходные дни, я как понимаю, я в другие, в принципе, не ездил. Вот, ну, и мы стали плотно общаться с Женей Лютером, вместе с ним, с ребятами из национального корпуса АЗОВ и с девочками из общественной организации «Оберег» в прошлом году мы организовали на Кинбурн-кемпе такое подразделение, как «Неви-кемп». Это был пилотный проект в прошлом году, который получился очень успешным. «Неви-кемп» – это проект реабилитации для наших военнослужащих, получивших ранения в зоне АТО. Вот в первый заезд в прошлом году на кемпе таким образом отдохнули и занимались реабилитацией 30 военнослужащих. Среди них бойцы 79-й бригады, 36-й бригады. Если не ошибаюсь, тоже добровольцы были, ребята из Азова, которые...
Что, блин, это, я что такое Навикэмп? Так. Это был проект, недельный проект, когда заезжает группа военнослужащих. Также туда заезжают фитнес-тренеры, тренеры по кроссфиту, туда заезжают психологи, психотерапевты. Там читаются лекции, происходят занятия спортом, чтобы помочь ребятам вернуться в социум и продолжать активную жизнь. Ці всі тренери, ці всі психологи, психотерапевти, вони як, на волонтерських засадах приїздили туди і допомагали хлопцям, чи якісь там все-таки бонуси для них були? Скажем так. Ну, вы знаете, добраться на Кинбурнскую косу и провести неделю там, даже занимаясь обучением кого-то чему-то, это уже бонус, потому что там прекрасная природа, и сам трансфер туда тоже не дешевый. А вот, я даже еще хотел бы добавить, что закончился в прошлом году Navy Camp концертом группы Брутто, которые тоже, кстати, выступали. Для военнослужащих этот концерт был бесплатный, но при этом группа Брутто собирала средства, которые потом пошли на помощь нашим ребятам в АТО. Взагалі, скільки було, ну, так би мовити, заїздів у Navy Camp? Navy Camp був один. Він був в августі прошлого року, тобто він розроблювався з початку літа, але так як це дуже трудоємкий процес, ну, в августе получилось первый заезд сделать, и планировалось, что в этом году, в июне, будет следующий заезд в июле и в августе. Ну, допустим, рассчитывали изначально там, допустим, на 3. Но, к сожалению, на данный момент реализовать этот проект очень сложно. А в чем причина? Причина в том, что в конце апреля этого года, перед самым началом туристического сезона, кемп неизвестным образом был разрушен. Почему я говорю неизвестным? Потому что по версии, допустим, заместителя губернатора Виталия Кендратьева, всему виной погодные условия и прогнившее дерево. По мнению жителей Кинбурнской косы и лесхоза Очаковского, который следит за этой территорией, там были трактора, которые просто его развалили. А чому взагалі так сталося? Якісь там проблеми були? Смотрите, да, ситуація там, я б не назвав це проблемою. Тут просто Кинбурнская коса, это, с одной стороны, заповедная территория, с другой стороны, территория, которую не управляет, которая находится в ведении лесхоза, плюс там есть сельские советы. И молодой человек, Женя Лютер, когда пришел на косу, он изначально заключил договор с лесхозом, который является единственным пользователем территории, официальным и законным. И согласно этому договору работал. А есть еще такая структура, как Национальный парк Белобережья Святослава. У нацпарка готовятся документы сейчас. То есть он есть сам по себе, но его территория, она еще не полностью определена. И нету зональности. Есть проект зональности территории. И они говорят, что в связи с этим проектом кемп стоял на том месте, где рекреация запрещена. Ну, то есть его надо перенести, убрать. Тобто перенести, убрати. Він стояв у минулому році, цього року його вже треба прибрати. Да. Да, да. Ну, смотрите, ему говорили об этом и в прошлом году, но законодательно они ничего сделать не могут. То есть в них немає чіткої території, да. Чітких меж? Ну, смотрите, если бы это можно было сделать законодательно, они бы обратились в суд, было бы судебное решение, исполнительная служба, все разобрать. А так кемп, видимо, пришлось просто уничтожить. Ну, тут тоже есть еще много моментов, которые мы потом слышали, разбирали. Возможно, там вопросы с креветкой имеют место с Кинбурнской. Знаете, да, проблемы с креветкой? Не, на Кинбурне? Не знаю, расскажите, пожалуйста. Ну, то, что там постоянно идет с начала сезона и до конца сезона туристического, там идет незаконный вылов креветки, браконьерский. Ну, вот, и там огромнейшие деньги на этом зарабатывают люди, которым это выгодно. Вы можете посмотреть новости, есть на куче сайтов, в газетах об этом писали. Вот я, если не ошибаюсь, где-то месяц назад задержали браконьеров с огромной, так сказать, партией, уловом креветки на косе.
Вот. А дело в том, что сейчас Кинбурн Кэмп, ну, точнее, Кинбурн Кэмп находился, можно сказать, посреди вот этой полоски берега, которая мешала, ну, то есть браконьеры, они же хотят оставаться незамеченными. Вот. Возможно, в этом тоже причина. Но суть, опять же, не в этом. Суть в том, что Кинбурн Кэмп снесли, проект реализовать пока не получается по Неви Кэмпу, ну и по самому Кинбурн Кэмпу тоже, как мы видим. И тут можно следить за развитием событий следующим. Сначала Евгений написал об этом в Фейсбуке, еще общественность, люди, которые отдыхают на этом кемпе со всей Украины, написали об этой проблеме, что вот уничтожено место эко-отдыха, там экотуризм в Николаевской области не развивается. Появился шум, резонанс. И в обладминистрации было собрано совещание по этому поводу. Совещание проводил заместитель губернатора Виталий Кендратьев и на тот момент исполняющий обязанности начальника департамента или управления, я путаюсь, туризма областной администрации Руслан Волчек. И они сказали, что кемп там стоял незаконно, так и надо. Тобто розвиток екотуризму, такий, ну, волонтерський, можна сказати. Тобто людина сама організувала, і це все незаконно, і да, хай його да, і не буде. Да. Тобто так. Да, ну все, це... Причому тоді ще ніхто не отрицав, що його снесли. Но через неделю губернатор, который до этого был в командировке, вернулся в Николаевскую область. Естественно, так как это событие было очень резонансным, он о нем знал, и он собрал еще одно совещание с представителями национального парка, с представителями лесхоза, с заместителем губернатора, с управлением туризма. Вот. И слова губернатора были очень четкие, что он дает распоряжение разобраться с этой ситуацией и сделать так, чтобы до конца июня, то есть к 1 июля, кемп возобновил свою работу и смог принимать волонтеров, военнослужащих, людей, которым необходима реабилитация, ну или просто отдых, опять же, потому что на кого косяк. Назначив взагалі він відповідальним? Відповідальним, ответственным по этому вопросу был все тот же Виталий Кендратьев. Там часть ответственности еще... Следить за процессом должен был уже новоназначенный начальник управления туризма Александр Максименко. И он очень сильно помогал разобраться с этим вопросом, готовил документы, договоренности с нацпарком были, с лесхозом. То есть вот так он бегал, организовывал все, что возможно. А остальная часть, то есть он подготовил эти документы, они передавались уже Виталию Кендратьеву и Валентину Гайдаржи. И на них была уже возложена ответственность, чтобы кемп восстановить до конца июня. Но дальше была ситуация следующая. 13 июня губернатор ехал на косу открывать новый причал для ракет, которые запустили Николаев Очаков, Кинбурнская коса. Естественно, заместители начинают вспоминать про Кинбурн кемп. И думаю, там же ничего не сделано, никаких действий не производится. Туда отправляется группа каких-то рабочих, которых снимают с другого объекта. Они едут туда, начинают демонтировать те развалины. Туда завозится часть дерева для строительства нового кемпа. Ну, для возобновления его, восстановления. Но это все происходит ровным счетом где-то 4-6 часов. Как только губернатор покидает косу, рабочие снимаются, уезжают и больше туда не возвращаются. Евгению обещают, что туда еще завезут дерево, там помогут восстановить. Сегодня у нас уже 3 июля. Женя, конечно, каким-то образом там все равно находится, потому что мимо самой конструкции там еще были вигвамы, палатки, ну и такие еще, как пирамиды, тоже палатки интересные. Но развиваться и проводить там что-то более-менее масштабное на сегодняшний день не представляется возможным. И кто в этой ситуации виновен, разобраться тоже на сегодняшний день сложно. Возможно, чтобы... Как это? Объяснить, почему работа не была проделана, заместитель губернатора Виталий Кендратьев решил
принять новую позицию. Не о том, что правильно, что он был снесен, а о том, что человеку шли навстречу, а он навстречу не шел. Это, во-первых, про Евгения Лютера. И вообще, что кэмп был не разрушен, а это все плохая погода, погодные условия. Просто там был шторм, наверное, на косе, и конструкция рассыпалась. Я вибачаюсь, у меня питання. Тобто, 4 роки людина займалася, все стояло, все нормально, і саме цього року через шторм, чи шквал, чи щось там було, все розвалилося. Тобто так? Да, да, знаете, парадоксально, но факт. Да, Виталий Кондратьев еще говорит, что построено оно было при злочине Владимира Януковича. И вот тогда тем более хорошо, что природа сработала. Ведь природа у нас... патриотична дуже. Дуже патриотична. Вот. И на сегодняшний день многие общественники николаевские, глава управления туризма, тоже Женя Лютер на косе. Кстати, еще хотелось бы отметить, что этот проект Навикэмпа, его поддержал лично президент Петр Порошенко, и он тоже наблюдает за этой ситуацией. Вот. И как она будет развиваться дальше, совсем непонятно. В мене таке питання. Євген зараз там, як ви кажете, так. Тобто він з палатками, з вігвамами, все там. Представники національного парку ніяк йому там не заважають, не питають, не намагаються його витіснити з цієї території? Як взагалі йому живеться там на даний час? Йому живеться там тяжело, тому що тепер, спустя 4 роки, я не знаю, наскільки... Тут, смотрите, тогда надо еще немножко углубиться в саму историю Кинбурн-кэмпа. Дело в том, что Женя, помимо того, что там вот этот лагерь туристический, он еще вместе с теми ребятами, которые туда приезжают отдыхать, организовывает и проводит регулярные, ну так сказать, субботники, только это ежедневный субботник, потому что, собирая на косе пластиковые бутылки, мусор, который там оставляют другие люди, допустим, вывозят его. Он выступает очень активно против беспорядочного так называемого джиппинга по берегу косы, который портит ее рельефность, можно сказать. Ну и вообще занимает очень активную общественную позицию и сейчас еще входит в... Он является заместителем общественного совета при Министерстве экологии. Вот. И все равно ничего сделать не может с этой ситуацией. При этом, я не знаю, национальный парк это делает, не национальный парк, но кто-то теперь, когда все равно не получается его выжить полностью с косы, начинает ходить и собирать подписи о том, что он наоборот там оставляет мусор, или там люди ведут себя неподобающим образом, и там вроде бы доходило даже до того, что чуть ли не наркотики там продают. Ну, это знаете, как есть ситуация, что мы не можем ничего сделать законно, поэтому мы скажем, что ты наркоман. Ну, вот. Щось таке. В нас залишилось дуже мало часу, в мене останнє питання. На вашу думку, як можливо взагалі виправити ситуацію і запустити Кінбурн-кемп, щоб він працював повноцінно і жодних питань, будь-то договори якісь, чи взагалі якісь там проблеми, щоб не виникало більше? Ну, смотрите, исходя из того, что это социально важный проект, во-первых, я считаю, что проблема не в самом кемпе, а в отношении органов власти к подобным инициативам. То, что вместо того, чтобы их поддерживать, их пытаются рубить на корню. Вместо того, чтобы оказать помощь в оформлении документов, там, может быть, юридическую, если есть возможность, то... материально как-то, да, вместо этого легче просто что-то разрушить и убрать. Вот я считаю, что в данном случае главная проблема в этом, потому что не безразличных людей очень много, там тысячи людей откликаются в социальных сетях, готовы приехать и сами восстанавливать кемп. Нужен материал. Я, когда Женя тогда это делал за свои деньги, он потратил там, я точно не скажу, но там десятками тысяч гривен на дерево просто. Сейчас этих средств в принципе нет, а кто разрушил, так понять невозможно. И тут же еще хотелось бы отметить работу правоохранительных органов, потому что после сноса кемпа было подано заявление о том, что
произошла такая ситуация, криминальное правопорушение, открыли дело, а на днях оно было закрыто с формулировкой «немає ознак злочину». Тобто ані влада, ані правоохоронні органи нічого не можуть вирішити і нічим не допомагають, а навпаки заважають. Я считаю, если резюмировать эту ситуацию, я считаю, что просто если у нас говорят о том, высокие чиновники говорят о том, что у нас в области должно победить верховенство права и дать возможность развиваться правильным инициативам, то это действительно должно быть так, а не только на словах. Все, дякую вам, Олександре, за те, що завітали, за те, що поспілкувалися на таку цікаву тему. Я з вами прощаюся, шановні глядачі. Вдалого вечора!